Анна Глазкова, вице-президент IMA Moscow, хочется предоставить слово. Анна, пожалуйста. Ну, на самом деле, я, конечно, хотела больше поговорить на тему автоматизации уже на своей сессии панельной, которая будет в 16:30, так что всех приглашаю. У нас там будут интересные доклады. Но вместе с тем, поскольку вопрос касается здесь в данном случае, каким образом будет трансформироваться профессия, вот, я, поскольку отдала профессии финансового директора достаточно много времени, и могу сказать, что, конечно, она очень сильно будет трансформироваться. Она, скорее всего, уйдет, и это будет действительно бизнес-планинг. Один из примеров — это года три назад, наверное, мне рассказывала Лариса Лоу, наш президент IMA Moscow, о том, что как раз в Америке проходил один из проектов. Это был международный проект, в котором участвовала Белоруссия, Россия, и Европа и Америка. Вот. И в этом, после этого проекта, соответственно, были уволены все финансисты. Остался только один человек. Было абсолютно все автоматизировано. Это были как раз, по-моему, такой большой достаточно международный бизнес, касающийся АЗС и, ну, и так далее. Примеры, в том числе, которые я могу привести, это, например, в Билайне был заменен 101 бухгалтер и взят один робот. Срок окупаемости 7 месяцев. Это к вопросу о том, как можно посчитать эффективность и оцифровать. В компании ADV Digital, эта компания тоже достаточно крупная, международная, был изобретен робот Isaac, который заменил полностью рекламное агентство. Это к тому, что не только финансисты, но в том числе и рекламщики тоже будут в конце концов как-то трансформироваться. И сейчас пока происходит такой некий